Приветствую вас. Как правильно заметила моя коллега Марина Голикова, вы подходите к проблеме немножечко не с той стороны. Ситуация заключается в том, что ваш свёкор, он болен, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, как правильно сказала моя коллега, у него есть причины, ну, правильно было бы сказать, основания для того, чтобы пить. То есть у него есть определенная выгода, которую он получает. И вам бы здесь прочитать про психологическую игру алкоголик. Психологическая игра алкоголик так и называется. Это та игра, в которую играет человек, злоупотребляющий алкоголем. И, к сожалению, играет в эту игру не только он, но в эту игру играют и другие люди, которые с ним взаимодействуют. Причем не только самые близкие люди, но даже люди, которые достаточно далеки от алкоголика и членов его семьи. К примеру, в этой игре есть такой человек, как Простак. Вот. Ну, я не буду сейчас об этом говорить, обо всем, вы это можете прочитать сами. Вот, просто скажу, что психологическая игра алкоголик – это достаточно глобальная, это достаточно серьезная и достаточно устойчивая когнитивная схема, поведенческая схема человека, которая взаимообразует и поведенческие схемы других людей в том числе. И я коллега Марина Голикова, она сказала, что есть в чем-то выгода, в чем-то, да, ну, выгода, вот, свекра в том, что он каждый вечер напевает. На самом деле, выгода, она, к примеру, только одна. Во-первых, алкоголизм относится к оральному типу поведения, то есть оральный тип поведения – это потребность в любви, в первую очередь. Это именно сам процесс употребления алкоголя. А что касается выгоды, то выгода – это обвинение. То есть, вот, любой алкоголик, он пьет, потому что хочет себя обвинить. Обвиняет себя, он ругает и получает то самое, вот, внимание, которое ему так необходимо, ту самую любовь, которую ему необходимо. Здесь имеет смысл применить прием жесткой любви. Именно жесткой любви. Это то, что моя коллега вам описала, что перестаньте что-то для человека делать, и он изменит свое поведение, потому что поведение в семье – это система. Но есть одна проблема, а именно, проблема заключается в том, что это не ваш муж, как обычно бывает, ну или жена, да? Или это не ваш родитель, как случается тоже нередко, но все-таки менее часто. Это ваш свекор. То есть это отец вашего мужа. И вот здесь возникает вопрос. Подойду я к этому вопросу немножечко издалека. Существует
два вида взаимодействия между людьми. Первый вид взаимодействия между людьми считается здоровым, равноправным, позитивным, конструктивным. И происходит он тогда, когда люди абсолютно свободно, в соответствии со своими чувствами, в соответствии со своими желаниями, выражают друг другу то, что они хотят. Но из-за различных проблем такое общение становится невозможным. И люди могут находиться в нескольких состояниях нездорового взаимодействия друг с другом, которые делятся на три основных вида, на одно имеющие всего лишь одно состояние. Это преследователь, жертва и спаситель. Здесь вам рекомендуется изучить треугольник Карпмана дополнительно, чтобы посмотреть, о чем идет речь более подробно. Алкоголик – это всегда жертва, но вместе с тем это еще и преследователь, иногда он спаситель. Те, кто живет с алкоголиком, это, как правило, жертвы и преследователи, и тоже иногда бывают и спасители. И понимаете, какая штука? Если человек не находится в треугольнике Карпмана, даже сам с собой, например, то такой человек, он не стал бы испытывать негатива, как вы, от той ситуации, которая произошла, происходит. То есть, свёкор пьет, да, но это не ваша проблема. Вы можете сказать, я с ним живу, и я вам на это отвечу, да, вы с ним живете, но это не ваша проблема. Ваша проблема заключается в том, что вы живете со своим мужем, например, в доме с кем-то еще, в квартире с кем-то еще, и ваш муж не может сделать ничего для того, чтобы этого не было. То есть, ваш муж не может выделить отдельное жилье для вас с ним, чтобы жить отдельно, чтобы свекровь делала, свекровь делала, что хотел. Ваш муж не может свекра отдельно поселить на съемной квартире или хотя бы съемной комнате. Он этого сделать не может. А вы находитесь в позиции жертвы. И вы принимаете всю эту ситуацию. Вы ее принимаете, я повторю. И вот в этом, в том, что вы ее принимаете, хотя она вас напрягает, вы находитесь позиции жертвы. То есть, это свекор виноват в том, что вам плохо. Это свекор причиняет вам дискомфорт. Это свекор не позволяет вам жить хорошо. Перекладываете вы на него свою ответственность. Но на самом деле дело не в свекре, а вас. Дело в том, что вы не отстаиваете свои интересы, не продвигаете свою личную ответственность и не отвечаете в полной мере за саму себя. Потому что вы, приходя в дом к своему мужу, находитесь там не на птичьих правах. Вы полноценный член семьи, но семьи своего мужа. И вы пришли жить с мужем, и вы пришли жить с мужем хорошо. Но проблемы своей семьи, своих родителей,
муж должен решать сам. И если он не может эту проблему решить, то вы не должны ее решать. Если он не может решить эту проблему и не может делать так, чтобы вам было хорошо, то вы отвечаете за себя только. И только вы отвечаете за то, насколько хорошо, счастливо вы будете жить. А вы этого не делаете. Вы понимаете, с таким подходом к себе, таким подходом своим чувствам, с таким подходом к своим переживаниям, к тому, что вам не нравится, вы не будете счастливы, даже если свёкры перестанет пить, потому что всегда найдется что-то еще, что будет отравлять вам жизнь. И здесь уже встает вопрос о том, а для чего вам эта ситуация? Чем вы привязаны к этой ситуации? Какая потребность ваша не позволяет вам успешно и стремительно из этой ситуации выйти? Да, неприятный, да, ужасный, но это не ваша проблема и не ваша война. Мне думается, что перестать быть жертвой в этой ситуации является основная задача психотерапии для вас. И мне думается, что перестав быть жертвой, вы, при условии, что ваш муж вас любит, вы и мужа подтолкнете к тому, чтобы он перестал быть жертвой. Так. А подтолкнув мужа к этому, вы как раз таки и лишите свекра той самой поддержки и того самого обеспечения его деструктивного поведения, что приведет к тому, что человеку придется что-то менять в своей жизни. Но вот парадокс, что когда человек действительно придет к тому, чтобы что-то менять в своей жизни, вам это уже будет не нужно, потому что у вас будут уже свои собственные цели. И вот парадокс заключается в том, что пока вы хотите, чтобы свекор что-то изменил в себе, он не изменит. Потому что делать все, что вы делаете, вы будете для него, а не для себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.